Ну что, друзья, всем привет, у меня на канале Александр Маляр. Сегодняшняя работа заключается в том, чтобы у нас здесь скалистая местность, вот камни, которые я сейчас стою, это я все повытаскивал, и 70 сантиметров слоя песка проходит, дальше не идет, бурилка, я вам показывал, загинает там винты эти. Решили буриться вот такой, я не знаю, она самодельная, не самодельная скважина, ой, бурилка для скважин. То есть ею еще бурят, допустим, в дом заносят ее, в гараж где-то, и, блин, носы летают. И даже можно под крышей ее бурить, то есть в гараже скважину делать еще. Вот решили ее притащить, и сейчас ею бурят, ну, я покажу сейчас, какие камни. Вот я приспособу снял, телефончик мой держал. Вот такие камни попадаются в песке. Вот. Вот такая бурилка, ее переносят руками. Парни, а это что, самодельная, да? Машина? Нет. Нет, то есть своя доработка, короче, есть. Она как у нас машиностроительный завод, если она предназначена для добурки шахта. Да он бурит, да как? А-а-а. А тут уже придумали вот этот, там на гусеничном ходу она. А-а-а. Здесь придумали станину, а все остальное. Ну, то есть уже есть. Ой. А вы ей же можете под крышей еще бурить? В гараже, допустим, еще что-то, да? Ну, то есть вот такая штука прикольная. Я первый раз такую вижу. Не дай бог, да американцы уйдут. Сразу умирали. Что русский человек можно? Что? О, нахуй, доктор. Фотография, погоди, сейчас. У него такой акцент, как будто он сам американец. Он за американца, ты видишь, говорит. Так что вот такая веселая работа у нас сегодня. В интернете можешь смотреть версии. Да, можете посмотреть. На YouTube-канале у меня такая. Кому надо будет, вот можете заказывать. С Челябы, да, приехали? У нас в Екатеринбурге, короче, нет такой штуки. С Челябы заказали, с Челябинска. То есть парни на своей машине. Все цивильно. Электричество, газ, вода, все есть с собой. Даже бурить. Воду добудем сами, да? Электричество есть, воду добудем. Ну, вот такая у нас местность. Приходится бурить вот такой бурилкой. Скважиной. Ну, я уже тоже дошел, там лес уже доделал как бы маленько. Ну, сегодня еще машины с обеда будут возить, пока я занимаюсь вот с ребятами. Такую вот скважину они делают. То есть скважина — это вот забор, дырочки, отверстие под забор. И туда 450 штук надо вот таких набурить. Сейчас, Саша, все настроится, нормально пойдем. Я не сомневаюсь. Главное, воздух накачать. Ну, как так, ребят. Нормально. Начало. Сейчас.
Получается, наши парни сообразительные. И шахты вытащили на поверхность и начали сверху сверлить. Нормальная такая. Я говорю, я первый раз такой вижу штуку. Такая прикольная. Малогабаритная. Камни. Вот лунки не могли забуриться. Это. Сверлили с этим. Ну. Сваи сверлили, она не пошла. Сейчас вот эти. Ну, нет, она не сходит. Сюда, сюда. Они сейчас ловят центрацию и погнали. У нее пульт управления. Такой звучание. Вот добавочную ставят. Сейчас она закрутится. Камень, идет трудно. Переносной пульт управления, как у ракеты. Еще парни будут больше. Какая мощная штука. Сами насосы вон, компрессор. Электростанция. Машина простецкая, наша советская. Соседний регион. Да, пылит, конечно, она. Маленькая, но пылит, как взрослая. Пылит сильно.
настоящего скважины, только метровые пролетчики. Так, замначальника пришел. Ну вот такая у меня сегодня работа, подвозить трубы, которые вставляем, ну, высокие, 5-метровые, ну и эту передвигать установку, не знаю, как она называется, бурильная. Ну, вот, а с обеда придет земля, машины придут, буду и там как-то успевать, не знаю, попробую, как сегодня получится, но успеть везде надо сегодня, так что... Вот такие у нас сегодня рабочие места. Вот так добывают нефть, тоже буря, только длинные и побольше бурильные установки. Она была вот самая интересная. Ну, сама бурильная. Ну что, друзья, я вам показал, вы взяли на вооружение вот эту установочку, будете набирать малое сверление кому-то, если надо будет в гараже засверлиться, сделать скважину. Ну, многие, может быть, даже и не знают, что можно вовнутрь здания занести вот эту установку и забурить. Все, меня зовут, я погнал, всем пока, удачки. Работа прет!